Агентство перспективных разработок DARPA продолжает развивать направление беспилотных авиационных комплексов. На этот раз в интересах сухопутных войск и флота предлагается разработать многоцелевой БПЛ с особыми летными возможностями. Изделие Ancillary будет относиться к классу тейлситеров. Беспилотник сделают похожим на самолет и сможет совершать горизонтальный полет, но взлет и посадку предлагается осуществлять вертикально, в том числе на площадке минимальных размеров. БПЛ такого рода можно будет использовать на боевых кораблях или судах обеспечения. Кроме того, он сможет найти широкое применение в сухопутных подразделениях. БПЛ от DARPA сможет нести разведывательную аппаратуру и получит внутренний грузоотсек. Благодаря этому он сможет осуществлять патрулирование, искать различные объекты и выдавать целеуказания. Также его можно будет использовать для перевозки небольших нетяжелых грузов. Нельзя исключать, что грузоотсек станет бомболюком и Ancillary получит ударные функции.